Здорово, пацаны. Поехали с сыном покататься на плюшке. Заехали в поле. Там, где трава, задерживает снег. Вы не представляете, переметы там по метру. Ладно, смотрите, что решил записать видос. Горочка, я уже пробовал заезжать. Скользкая. Там он лед, уже я натер, как говорится. У меня липучка. Из салона буду снимать. Попробую. На первой повышенной. То есть блокировать дифференциал не буду. Потом там первую пониженную, вторую пониженную. Ну и потом ходом все-таки заедем. То есть цель какая? Посмотреть. На первой повышенной хватает движка, не хватает, докуда она доезжает. Когда начнут самоблоки срабатывать, их слышно, они сейчас, может быть, они уже, я катался, как говорится, в заблокированном состоянии, не знаю. Вот. Смысл понятен? Интересно, оставайся. Неинтересно, листай дальше. Я покатаюсь, посмотрю. Но вообще, не вас у меня прикольно, зачетно смотрится. Завтра с пацанами, может, соберемся, поедем, скатнемся. Все, вперед. Итак, переместился я в машину. Давайте определенную линию возьмем. Вот примерно деревья. Вот. Сначала едем как? Без пониженной. Дифференциал не блокирую, да? И... А нет, давайте, знаете как? Вот, смотрите, отсюда будем ехать. Вот машина встала, видите, на нейтральной. Все, не едет ни назад, ни вперед. С этого места будем пробовать. Согласны? Так. Первая повышенная. Потихонечку. Печку выключу. Поехали. Все. Автомобиль аж заглох. Все-таки не хватает первой повышенной. Не нужно вот напрягать движок. Не нужно. Вот. Но самоблок уже срабатывал. Давайте. Пониженная. А давайте посмотрим. Первая повышенная и вторая пониженная. Есть ли разница? Так. Поехали. Но нет, 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 нет. Нет, не заезжает. Так. Коварненький такой подъемчик. Ну что, давайте блокируем, да? Дифференциал заблокировали. А вторая пониженная, дифференциал у нас заблокированный. Ну, ребят, повыше, чуть-чуть повыше. Хочу сказать, что у меня установлено, кто не знает, два самоблока. Дифференциал повышенного трения. У меня при пробуксовке гребут все четыре колеса. Что теперь можно попробовать? На первой пониженной будут большие обороты. Хотите, смотрите. Первая пониженная. Обороты выше будут. Поехали. О! Но нет. Почти. Почти туда же. Сразу выжимаю сцепление и на нейтральный скатываюсь. Что теперь пробуем? Газ в пол. Согласны? Со второй пониженной и дифференциал у нас заблокированный. Погнали. Газ в пол. Давай, 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 давай. Фу. Заехали. Вот, видите? Интересно, интересно. Есть другая горочка. Сейчас попробую. Там круче. Ну, много видео у меня есть. А по той горочке катались. Это мы приехали на полигон, где мы всегда катаемся. Вот. Так, как спускаться с таких горочек? Как спускаться? Смотрите. Включил. Вот, например, первую повышенную. Сцепление отпустил. Полностью отпускаешь сцепление.
подтормаживаешь, не тормозишь. Не нужно, чтобы колеса ушли в юз. Не нужно. Чуть-чуть подтормаживаешь. Все, видите, съезжает нормально. Вот, как-то так. Кому было полезно видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайки. Напишите обязательно комментарий, как вы считаете. Все, будьте здоровы. Хотел домой уехать. Но нет, сын пока катается. Сейчас, смотрите, попробую на другую горочку заехать. Но она покруче, покруче. Здесь вот, смотрите, еще надо спуститься. Здесь вот так вот спускаешься. То есть оттуда, оп, если будешь лететь, то сюда долбанешься. Оп. Сейчас отсюда попробую заехать. Ну что, погнали. Вторая пониженная. Нормально. Супер. Но это опять же ходом, ребята. Ходом, не вас вот. Ребята, минуты две скатнемся. Ролик короткий. Так. Ближний свет, противотуманки передние, дальний светодиод. По снегу быстренько прокатнемся, едем в сторону дачи. Покатались с сыном на ватрушечках, стемнело. Прикольно кататься. Сейчас поедем домой, у нас там баня топится. Что там, вернемся быстренько там, да? С чем? Да так же вернемся. По той дороге. Чем по той? Да ладно, так же прокатимся. Ехали по тем дорогам, уже переметы хорошие. Впереди у меня установлена защита бампера, губа металлическая. Вот, посмотрите заодно, что в принципе нигде ничего не задевает. Вот на четвертой передаче. В машине тепло, липучка. Так, вот здесь вот притормаживаем. Ну, слышно, как АБС трещит, да? Со светодиодной оптикой, конечно, поприятнее ехать. Широкий обзор, светит хорошо. Вот. У меня оптика только противотуманки светодиодная, а в головном свете у меня установлена лампа светодиодная, ребят. Ух. Все, едем домой. Как я вам и говорил, что Нива располагает к таким вот выездам, куда-то поехать, где-то застрелять, выбуксовать. Сегодня сын катался за рулем. Вот. Ну, немножко еще, конечно, практика хорошая у него. Гоняю, заставляю кататься. Вот. Но страх есть, но это хорошо. То есть бездумно не газует, все нормально. Учить надо, пока есть возможность, пока мы с вами живы-здоровы. Вот такие дела.